Очередной митинг возле областной администрации не состоялся. Причем сразу по двум причинам. Во-первых, вынесено решение суда. Во-вторых, есть информация, что на парковке областной администрации есть заминированный автомобиль. Именно поэтому по периметру здания размещена вот такая вот защитная лента, и повсюду дежурит милиция. Десятки представителей правоохранительных органов, взрывотехников и пожарных проверили автомобили возле Одесской обладминистрации. По словам пресс-секретаря губернатора, о подозрительной машине стало известно уже с утра. Сегодня утром милиция поступила заявление о том, что у нас напротив обладминистрации, вот здесь вот на первой парковке, заминирована машина. Вот, поэтому здесь с утра работает милиция, все перекрыто, сотрудники все находятся на рабочих местах, мы заходим с тыльного входа в здание, вот, в общем-то, никто не эвакуирован, все работают. Перед областной администрацией должна была состояться акция партии «Родина». Митингантов встретил судебный пристав. Обмежити громадську організацію Комітет захисту громадян в реалізації права на мирне зібрання шляхом заборони 5 вересня 2014 року у період з 9 по 20 години провести мітинг за адресою проспект Шевченка, 4. Между тем, председатель Одесского облсовета Алексей Гончаренко считает необходимым запретить деятельность партии «Родина» в связи с активным участием ее лидеров в антиконституционной деятельности. Такое мнение он высказал в своем блоге на «Украинской правде». Анастасия Большодворова, Виталий Прус, Думская ТВ.